только человек трудится что-то делать. И если трудится, у него это хорошо выходит. Надо это уметь делать. Лепить вазу, всякие скульптуры, рисовать. Это когда человеку, например, трудно, например, некоторым людям трудно построить дом. Когда человек долго работал и устал. Если очень хорошо встать, у него что-нибудь получится. Это когда что-то получается. Когда тебе задали вопрос, и ты не знаешь, что сказать. Это то, что когда человек трудится. Это когда человек старается что-нибудь построить или сделать. Ну, это когда человеку трудно, ну что-то там и сделать. Это такая раковина, где умываются. И моют руки. У него внизу полуовал, а вверху начинается вот такая вот, а потом вот так и вот так вот. Там есть кран, и там открывает кран и умываются. В нем есть сифон. Она может быть, ну, такой из стекла, только не прозрачного, покрашенного стекла. Он стоит в ванной. Но она может вот такой быть круглой. Такая белая труба и белая раковина, и тут серебряный кран. Он нужен для того, чтобы мыть руки, умываться и чистить зубы. Он стоит в ванной. Там человека тренируют. Это солдаты. Стрелять и бегать быстро вот. Это тогда, когда много животных всяких. Военные там работают. Тогда армия, ну, сражается и побеждает. Они учат, ну, 19-летних людей и 18-летних людей держать правильное оружие. Защищают нашу землю. Ну, они тренируются там. Если враг нападет, то они тренируются. Ну, знакомое слово, но я не слышал об этом. Там, где солдаты стоят, или танки, самолеты, пушки. Ну, они нас защищают от других, ну, от врагов. Много воинов, много солдатов. И когда они выходят на войну? Они покрашены в зеленый цвет.